Промышленная, Приречная, Советская, Декабристов и так далее. Работы начались одновременно в разных микрорайонах Бийска. Полным ходом идет демонтаж старого асфальта. У подъездов выкорчеваны потрепанные дождями и временем лавочки. Согласно договору, завершить все работы в полном объеме, включая замену освещения, подрядчик должен до 1 октября. Одна подрядная организация, привлекла 4 субподрядные организации выполнения работ. Они третий год уже работают, есть практика, опыт работы с гражданами, работы со дворами. Своя специфика, да, для смежности. В среднем на укладку нового асфальта в каждом отдельно взятом дворе потребуется месяц. Это значит, что жители будут испытывать определенный дискомфорт. Ведь покрытие будет заменяться вплоть до самого входа в подъезд. На что сразу обратили внимание активисты Общероссийского народного фронта и предложили свое видение, как минимизировать сопутствующие ремонту неудобства. Можно было временно подсыпать, да, чтобы обеспечить все-таки беспрепятственный доступ к своим подъездам. Ну а в течение месяца в таком состоянии все-таки жители, ну я не думаю, что я как житель, да, своего дома, меня бы это точно и мама с четверых детей не устроила. С коляской. То есть это действительно неудобно выходить. Нет, поэтому, может быть, согласна. Все-таки подрядчику дать месяц на восстановление дорожного полотна, но обеспечить доступ к подходам, к подъездам, да, может быть, каким-то временными. Поинтересовались проверяющие тем, как решены проблемы с претензиями по исполнению работ в рамках программы за прошлый год. Жалобы поступали сразу с нескольких адресов. После асфальтирования во дворах начала скапливаться дождевая вода. Были претензии к подрядной организации, но как бы это все устраняется. Вода стоит, есть дворы, где вода стоит. По уклонам именно. Да, уклоны не выполнены. Опять же, почему не были уклоны выполнены? Смета предоставлялась жителями, заинтересованными лицами. Они не заложили должного основания, да, для того, чтобы уклон выполнен, чтобы вода уходила. Ну, в принципе, подрядчик и на это идет и устраняет. Для того, чтобы сократить до минимума объем претензий со стороны заказчиков, то есть собственников жилья, на каждом доме, где проводятся работы, размещены информационные стенды с телефонами подрядной и субподрядных организаций. Открыта группа в социальных сетях. Так что если у бийчан возникнут вопросы по качеству исполнения работ, у них будет возможность сразу решить возникшие проблемы еще до подписания акта приемки. Марина Волкова, Андрей Сигаев, «Будни».